ракеты космического аппарата «Ангосат-2». Старт ракеты космического назначения назначен на 20 часов 0 минут 0 секунд по местному времени Байконура. Объявлено, готовность к запуску 1 минута. Нормально.
230 секунд. Двигатели работают устойчиво. Система управления работает нормально. 290 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 300 секунд. Давление в камерах сгорания в норме. 210 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 320 секунд. Полет проходит по программе. 330 секунд. Есть запуск рулевого двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Есть запуск вашего двигателя третьей ступени. 340 секунд. Двигатели третьей ступени вышли на режим. 350 секунд. Есть сброс головного обтекателя. 270 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 380 секунд. Система управления работает нормально. 390 секунд. Параметры системы ракеты-носителя в норме. 400 секунд. Давление в камерах сгорания в норме. 410 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 420 секунд. Все системы ракеты-носителя функционируют нормально. 430 секунд. Система управления работает нормально. 440 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 450 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 460 секунд. Полет проходит по программе. 470 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 480 секунд. Давление в камерах сгорания в норме. 490 секунд. Система управления работает нормально. 500 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 510 секунд. Параметры конструкции в норме. 520 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 530 секунд. Давление в камерах сгорания в норме. 540 секунд. Тангаж, рыскание, все в норме. 550 секунд. Система управления работает нормально. 560 секунд. Параметры системы ракеты-носителя в норме.
команда на выключение маршевого двигателя третьей ступени. Друзья, то